Мечта стала реальностью. Мы пошли дорогой, ведущей к искусству. Наша земля необычайно богата культурными ценностями, и мы хотим ознакомить мир с этим бесценным наследием, чтобы наш голос, наше слово были услышаны во всех уголках мира. С этой целью, по инициативе ректора профессора Эрола Парлака, 1 июля 2017 года были заложены основы Анкарского университета музыки и изобразительных искусств. Мы поставили цель следовать за искусством в его вечном путешествии и создавать гармонию для людей, способных чувствовать и слышать. У нас высококвалифицированный коллектив преподавателей. В 2018 году мы открыли свои двери для первых студентов. Университет стал первым тематическим музыкальным университетом в нашей стране. В настоящее время в стенах университета активно действуют 4 факультета, 1 высшее профессиональное училище и 1 институт. Мы интересуемся почти всеми направлениями искусства: турецкая народная музыка, турецкая классическая музыка, кино, телевидение, опера, промышленный дизайн, архитектура, декоративное искусство, технологии современной звукозаписи, традиционные современные танцы, театр, изобразительное искусство. Наш университет претворил в жизнь множество проектов. Многосторонний культурный проект на языке юнуса, вызвавший международный резонанс, фестиваль культуры и искусства имени Нешета Эрташа и проект «Вечный плач Чанаккале», а также семинары по музыкальной терапии, теории и терминологии, семинар, посвященный 95-й годовщине основания музыкального педагогического училища. Благодаря всем этим проектам наш голос слышен во многих регионах мира. Наш университет вместе со своими студентами станет одним из многогранных центров культуры и искусства, открывающим свои двери в мир.